мяча. Забежал под левую. Подача. Касилет выходит и ошибается. 1-1. Жонас 1-1. И снято проклятие Сантьяго Бернабео. Наконец-то Валенсия здесь, на этом стадионе мадридском, забила на газоник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно. Там какое неприятное столкновение было. Пепе и Касилеса, и тот, и другой сейчас на газоне. Пепе все лицо в крови, празднует свой гол. Валенсийская команда. Касилес, смотрите. И Пепе неподвижно лежит. Слава богу, глаза открыл. Да, неприятное было столкновение. Смотрим, что здесь произошло. Выходит Касилес, да, врезается еще и с Пепи, и Серхио Рамос там был. И Жонас, даже там не Серхио Рамос, прошу прощения, а Хаби Алонсо. Я увидел четвертый номер на спине, а это был 14-й, оказывается. Жонас, конечно, тут опередил всех троих игроков Реала, но вот это неприятное столкновение Пепи и Касилеса. Ну, это неприятно. Гол-то пропустили, бог с ним. Главное, ну, чтобы с игроками мадридского клуба было все в порядке. Да, вот видите, на замедленном повторе вот такая огромная голова Пепе. Мощный. Пепе врезается. По секиру Касилеса. Вроде Касилес все в порядке, а вот у Пепе все в крови. Довольны болельщики. Но Валенсия, они, как всегда,